На традиционном августовском совещании в зале администрации собрались педагоги и руководители образовательных учреждений. Глава города подчеркнул значимость работы учителей и воспитателей как для Сарова, так и для страны. Отметил их нелегкий, но такой важный труд по воспитанию будущего поколения. Огромная вам благодарность за то, что вы тратите себя, свои ресурсы, не щадя ни времени, ни сил для достижения целей наших маленьких потомков. Поэтому вам большое спасибо. Надеюсь, что у вас хватит сил, чтобы пройти этот год достойно, может быть, даже с более высокими показателями. Этим летом исполнилось 60 лет городскому отделу детских дошкольных учреждений. Поэтому особые слова благодарности прозвучали в адрес почетных работников детских садов. Директор департамента образования Наталья Валерьевна Владько отметила значимость создания этого отдела для нашего города. Вы прекрасно все знаете, что с 2017 года дошкольники стали членами нашей семьи, уже непосредственно сейчас вместе с нами работают. И для нас очень важно, что эта связь между дошкольным образованием и школьным, она становится неразрывной. Сегодня в рамках нашего рабочего процесса и уже на протяжении нескольких лет мы видим это связующее звено, мы понимаем, что действительно было правильное решение по объединению двух департаментов. С сентября начинают работать и новые молодые учителя. На встрече их тепло приветствовали и приняли в трудовой коллектив. А лучшие педагоги, руководители и коллективы образовательных учреждений получили награды Министерства просвещения, Министерства образования, науки и молодежной политики и Российского совета олимпиад школьников. Вначале мы верим в то, что у нас будет хороший светлый год. У нас есть одинаковая с вами задача – подготовить наших молодых жителей города. У вас очень хорошие текущие достижения, и я надеюсь, мы их сохраним. Это, зачетные позиции никто не отменял. Это золотые и серебряные медали, это олимпиады. Это конкурсы, это гранты. На совещании педагоги и руководители выступили с докладами и обсудили основные направления работы и планы на предстоящий учебный год. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.